Осужденная за госизмену, а затем помилованная президентом Оксана Севастиди. Этим утром вышла на свободу. Евгения Чудновец вышла на свободу из колонии в Нижнем Тагиле. Таким образом, поставлена точка в уголовном деле, которое вызвало огромный общественный резонанс. Эльдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщила его супруга Анастасия Зотова. Печально известный закон о лайках и репостах смягчили. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в статью 282 Уголовного кодекса России. Теперь уголовное наказание наступит, если в течение полугода гражданин дважды привлекался по этой статье. За это ему будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет, а также штраф до 500 000 рублей. Ранее такое наказание применяли при первом же нарушении. Закон подписал президент Владимир Путин. Согласно поправкам, уголовное наказание за первое нарушение по статье 282 будет заменено на административное, а именно на штраф до 20 000 рублей, обязательной работы или арест до 15 суток. За последние годы по этой статье в России были осуждены сотни людей. В большинстве случаев приговоры выносили за репосты и лайки в соцсетях. Правозащитники неоднократно заявляли, что силовики используют 282-ю статью в качестве карательного инструмента, в том числе против оппозиционных активистов. Сейчас же не 37-й год. Правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да что прятаться-то? Оптимисты теперь в каждом телодвижении очередного начальника видят курс на либерализацию, потепление. Пессимисты в ответ на рассказ об очередном помилованном вспоминают 10 сидящих. Но автор этого материала, российский журналист Иван Давыдов, реалист. Он смотрит телевизор. Смотреть телевизор – дело не модное. Принято хвастаться тем, что ты его не смотришь. Я не смотрю телевизор. Это отбросы культуры, полные неуместных метафор и приукрашенного изображения жизни, создаваемой либеральной элитой средств массовой информации. Совершенно согласен, доктор Стивенс. Абсолютно. Принято тех, кто его смотрит, оптом записывать в поклонники нынешней власти. И у такого простого мыслительного хода даже есть основания. А зачем нам жить, как в Европе? Им менять нужно гораздо больше, чем нам. Потому что им вообще там конец, по моему мнению, так вот внешне, визуально посмотришь. Европа умирает, там через 50 лет там ничего не останется. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Не хотим. Где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, понимаете? Часа 2-3, а меньше они и не длятся, посмотрев очередное ток-шоу, начинаешь испытывать стойкое, почти неодолимое желание эмигрировать в ту Россию, о которой говорят участники. Потому что ты сам, видимо, живешь в какой-то другой России. В их России сияние духовности и вечное лето. В твоей снег растаял, все, что под снегом лежало, не радует глаз. Ходят вокруг грустные люди, и мэр что-нибудь снова сносит. Еще остается жилья такого, ну, мягко говоря, некомфортного, большого, вообще ветхого жилья. Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы и снесли, но их значительно больше. Около 25 миллионов, в них проживает 1 600 000 москвичей. Дом 25 на улице Красных Зорь в Москве попал под реновацию. Его скоро снесут. В нем орудуют мародеры, каждый день выбивают окна и двери. В подъездах холодно, пусто и страшно. Но 8 семей продолжают здесь жить. Наша ванна вся разрушена. Там все разрушено. Вот блин, все оторвали. Люди не могут переехать в новые квартиры по формальным причинам, которые реновация не учла. Многодетная семья Марины Ворониной живет в опустевшем доме больше полугода, потому что им пришлось заново переделывать документы на жилье. Умирает мама. У нас получается лишние 18 метров. Государство у нас, естественно, их отбирает. Отвезли все документы опять в департамент, теперь опять сидим, ждем, неизвестно чего. 8 человек ютятся в комнате площадью 9 квадратных метров. В остальных помещениях холодно. Приходят люди, как будто бы из ДЭЗа, срывают пломбы, срывают трубы. На подъезде повесила администрация объявление, что в течение 10 дней они нам отключат газ. На переезд дают 90 дней. Этот срок у Елены Захаровой еще не вышел. Должна выехать в декабре, а получается так, что мне уже 2 недели назад отключили всю воду, все удобства у меня на улице. Спасибо за такую реновацию, да.
Анна Нилова не может переехать, потому что один из членов семьи, прописанный в квартире, живет в другой стране, и связи с ним нет. Можно ли предоставить новое жилье без его подписи, должен решить суд. Кто-то был в отпуске, кого-то еще нет. Ваш вопрос решается. Все это дело затянулось. Вот, и мы сидим 8-й месяц здесь и никак не можем выехать. Москвич Павел Мороз 8 месяцев прожил в таких же условиях, потому что отказывался переезжать из своего дома на проспекте Маршала Жукова. Эта пятиэтажка одной из первых попала под реновацию. И на ее жителях обкатывали эксперимент. Внезапно. Без объявления войны, как говорится, началась в октябре. Открывается дверь, стоят 5 бродоворотов и протягивают тебе бумажку, где написано, что вот вам 2 недели на посмотреть, и извольте, сударь, выметаться. Из своего дома, где ты родился, вырос, прожил 50 лет, это все-таки насилие. Извещение о выселении некоторым просто кидали в почтовый ящик. По закону жильцы год могут выбирать новые квартиры из нескольких вариантов. Но на Маршала Жукова все было иначе. Людям предложили для переезда единственный вариант. И инженер-строитель Павел Мороз сразу понял, что новый дом аварийный. Нас убеждали, что он не аварийный, что это просто издержки отделки. Но когда мы увидели перекошенные двери, у меня был шок и брезгливость. Я просто не думал, что нас держат за такое быдло. Это было просто скотство. В ванных комнатах были просто голые такие, знаете, асбестоцементные плиты. А на полу лежал линолеум вместо плитки. Такой миллиметровый, рваненький линолеум. Новостройка на улице Дмитрия Ульянова – одна из тех, которые предлагают переехать москвичам по программе реновации. Дом номер 27 в народе называют кривым. Когда я смотрелся в этот угол дома, мне стало плохо. Угол дома кривой. Я не специалист в области строительства, но что-то не подсказывает, что в этом доме жить нельзя. Криво поставлены плиты, неровные строительные швы уже потрескались, отделка отклеивается и может упасть на голову, поэтому некоторые плитки приклеены на скотч. Окна должны плотно прилегать к стене, а здесь спокойно. Ну вот у меня пальцы не помещаются, но поменьше точно поместятся. Соответственно, здесь тоже никак оно. Сюда вода будет закатываться и будет влага сохраняться, потом зимой расширяться, все это будет потом уже внутри квартиры. Дом введен в эксплуатацию весной 2018 года. Пока жильцов в нем можно по пальцам пересчитать. Пока очень мало. У нас в подъезде, мне кажется, мы одни. На запросы жильцов в департаменте строительства ответили, что это здание построено строго в соответствии с техническими регламентами и стандартами. Более того, дом повышенной энергоэффективности. Об этом написано на специальной табличке. Из окон дует, конечно, наверное, из-за того, что дом кривой. Ну и батареи плохо работают. Главное, чтобы лифты не падали, и дом не упал. Пока вы не начали снимать, я вообще это не видела. Сейчас вы меня напугали, естественно, я буду каждый день ходить и смотреть. Сейчас в кривом доме выставлены на продажу 3 двухкомнатные квартиры. Самая дешевая стоит 13,5 миллионов рублей. Однако покупателей пока нет. Несмотря на положительное заключение Мосгорэкспертизы, в новый дом по реновации люди переезжать не спешат. Но вздохнешь, вспомнишь, что некуда бежать за визой, ты ведь и так в России, и продолжаешь смотреть. Продолжаешь смотреть, потому что для человека, пытающегося сообразить, что же они там в своих башнях из слоновой кости и красного кирпича еще придумали, это единственное окно в их странный мир. Окно, конечно, мутное, к тому же в нем вечно маячат какие-то типы. Вы не знаете, какая страна сильная, могущая. И я верю, Запомните мои слова. Россия будет на колени. Я имею в виду, Америка будет на колени, Россия, по-любому. Но выбирать не приходится. Примерно как на президентских или любых других выборах. Если, например, много рассказывают о хождении за три моря, единственного, зато лучшего в мире авианосца, жди подорожания гречки. В России дорожают крупы. Например, в цене резко подскочила гречка. А если о том, как топ-менеджеры госкорпораций с легкостью жертвуют по сотне миллионов на благотворительность, то, скорее всего, подорожает гречка. Рынки гудят, а потребители пересчитывают расходы на продукты. И все это после изменения ценников на один весьма важный для россиян товар – гречневую крупу.
Или, допустим, рапортуют об очередных успехах дипломатии, а ты сразу соображаешь, видимо, подорожает гречка. За полгода гречка в магазинах области подорожала в среднем на 20 рублей. Товар недели. Пакет гречневой крупы. Гречка неожиданно стала золотой, резко подорожала. Она входит в стратегические запасы страны и в рацион большинства россиян. Гречка. Резкий скачок цен на гречку – дело рук спекулянтов. В Архангельской области гречка становится деликатесом. Крупа подорожала почти в 3 раза. В Москве вновь резко подорожала гречка, оптовые цены на крупу повышаются каждую неделю, при том, что предложение сейчас значительно превышает спрос. В Петербурге продолжают расти цены на гречневую крупу, такие данные приводит Петростат. Уже несколько недель Россию будоражат слухи о том, что с гречкой в стране большие проблемы и на всех желающих ее не хватит. За первую декаду декабря больше других продуктов подорожала гречка почти на 30%. Почему подорожала гречка? В последнее время с этим вопросом куряне чаще всего обращаются на горячую линию областного комитета потребителей. Рынка. Гречку в семье Елены Чебиряка любят и дети, и взрослые, а потому покупают впрок. На этот раз, взглянув на цену, хозяйка дома решила повременить запасами. Очень удивляет, потому что буквально на днях она стоила намного дешевле. Но если от шуток отвлечься, хотя что ж веселого в подорожании гречки, то вот о чем стоит сказать. Пропагандисты едва ли не год рассказывали россиянам из телевизора, как изменится мир с пришествием Трампа. Победа Трампа и избрание его президентом – это подарок для всего человечества. За Дональда Трампа, за его победу! Вот, мы пили. И не ошиблись, мир изменился, но не только мир реальности. Когда вообще реальность интересовала пропаганду? То есть мир реальности, наверное, тоже. Но главное, пошатнулись те киты, на которых стоял особенный внутрителевизионный мир. Он не сразу строился, но в итоге оказался простым и по-своему логичным. Россияне в кольце врагов. Вот кольцо. И мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие... У меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Есть главный враг. Все наши неудачи, вплоть до луж в лифте, объясняются его происками. Любая критика нашей системы им заказана, да им же и оплачена. Ну вот Барак Обама разворошил всю планету. Америка поощряет хаос там, где это ей нужно. Финансово, дипломатически, информационно, организационно. Американцы не очень справляются с ролью гаранта планетарного порядка, с ролью защитника человечества, который отводит себе. Но тут для многих Обама предстает словно Паниковский, нарушителем конвенции. Ведь Америка теперь делает мир все более опасным, а при этом, вопреки конвенции, требует себе все большего подчинения. Президент США Барак Обама за последние недели посидел. Сами американцы считают Путина куда более крепким лидером, чем Обаму. Это видно на диаграммах. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Существовать в этом мире, описывать любое событие – задачка для школьника. Выработался особый язык, особый стиль, даже специфические остроумные шутки. Трамп вел себя сдержанно, словно английский лорд. А Обама, размахивая руками, словно он в джунглях, задевал Трампа и давал какие-то несообразные советы. На фоне Путина Обама, да он просто обезьяна. Путин делает из него обезьяну. Как бы ни относились к первому темнокожему президенту Америки, просто он демонстрирует свою реальную слабость. И такое ощущение, знаете, как та обезьяна с гранатой, которая не знает, что может сделать. Obama is a monkey and Poroshenko is his dog. Monkey? Ну, Poroshenko обезьяна, а это как его, а Обама это собака. Да. Ну, как-то да. Так. И вдруг все рухнуло. Команда Дональда Трампа не намерена снимать санкции с Кремля до полного выполнения минских договоренностей, прекращения поддержки сепаратистов в Донбассе и возвращения аннексированного Крыма. Вся ирония ситуации в том, что президент Трамп ведет себя очень жестко по отношению к Москве. Он продолжает поднимать вопрос Крыма, который предыдущая администрация позволила забрать России. В последние месяцы, например, Дмитрий Киселев со своими «Вестями недели»
выглядит так, будто, переходя на язык торговцев теми субстанциями, за хранение которых карают в соответствии со статьей 228 УК РФ, его разбодяжили стиральным порошком. Истерические приступы любви к помянутому выше Трампу себя не оправдали. Теперь, оказывается, он со своей Америкой ведет себя как слон в посудной лавке. Президент Трамп решает разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны ТЭД. Так или иначе, пока США ведут себя опасно, как слон в посудной лавке, не чувствуя себя ограниченными хоть чем-то и кем-то. Да и вообще, пропаганда не любит любовь. Ее хлеб – ненависть. А жестокость? Правда, президент США ее прячет. Убийство нам показывают с высоты птичьего полета, так что мы не видим оторванных голов и изуродованных тел. Барак Хусейн Обама обуреваем мессианством и идеей исключительности. Халиф Абу Бакр аль-Багдади тоже. Искать врага в каком-нибудь американском либеральном истеблишменте сложно. В Европе мелко, под боком Украина. Но в схеме, где место главного врага вакантно, Украина начинает приобретать, теперь перейдем на язык политологов, субъектность, превращается в самостоятельное государство, а это слишком уж серьезный удар по пропагандистской картине мира. Это вовсе недопустимая вещь. Но жалко-то, конечно, не Киселева с коллегами. Выкрутятся. Вообще, когда речь заходит о торговле вредными субстанциями, сострадаешь не торговцам, а потребителям. У них ведь тоже мир рушится. В руках появляется дрожь, в голове боль, в желудке беспокойство. Что делать потребителям киселевщины, если Киселев стал пресным? Взрослые вещи, мир страшненький. Движимый состраданием, автор этого материала, щелкая кнопками телевизионного пульта, искал спасение для этих несчастных. И нашел затерянный мир, не затронутый катаклизмами, где и сегодня гуляют в обнимку с распятыми мальчиками древние динозавры. Это телеканал Министерства обороны «Звезда». Именно «Звезда» может стать своего рода заместительной терапией для страдающих от пресного Киселева в страшную эпоху либерального разворота. «Звезда» охладит тех, кого обжигает оттепель. Здравствуйте, Гиклер. Я работаю на «Звезде». Я пришел к вам. Здорово. Это классный парень. Первое ощущение от того, что происходит, потому что я вот честно совершенно говорю о том, что это здорово. Это здорово. Я могу к вам только присоединиться, это действительно здорово. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И много очень близких, и легко расскажет. На «Звезде» не разучились правильно говорить о важных вещах. Украина? Пожалуйста, вот вам Украина. На Украине голодные люди отбирают хлеб у голубей. What the fuck is this? Одесситка Лада Лаферова опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, на которых женщина ест хлеб с земли, который кто-то бросил голубям. По словам свидетельницы происходящего, голодная украинка отгоняла голубей и хватала куски хлеба, заталкивая их в рот. Представляете, кошмар. И чтобы ошеломленный потребитель не сомневался, что речь о тенденции, Лада Лаферова добавила, что была просто шокирована увиденным. По ее словам, страну довели до отчаяния. Люди голодают и умирают в нищете. Ситуацию Лаферова назвала настоящим голодомором и добавила, что такого она еще не видела. Но, может быть, репортажных зарисовок вам мало и вам нужна серьезная аналитика? Пожалуйста, у нас есть аналитика. Эксперт рассказал, почему Порошенко всегда пьян. Ход мысли эксперта достоин отдельного восторга.
По словам эксперта, Порошенко склонен пить больше, чем нужно, и еще выступать в таком состоянии. Поэтому в сети огромное количество видеороликов, на которых Порошенко сильно пьян. Прекрасно. Порошенко всегда пьян, потому что Порошенко всегда пьян, сказал эксперт. И поди поспорь. Замечательно. Поразительно. Гениально. Кстати, зовут эксперта Станислав Бышок. Кто это? Да какая разница? Политолог и публицист, как и все мы. Но, в принципе, конечно, вот такой подход к президентству в любой стране, будь это Украина, Россия или любая другая, конечно, его нельзя назвать подходящим, его нельзя назвать достойным, в том числе это, конечно, некоторое такое неуважение, в том числе к своим избирателям и даже просто к гражданам страны. Война, тем временем, Петру Порошенко нужна для продолжения собственной политической жизни. Украина для вас мелкая тема? Вы соскучились по врагу номер один? Пожалуйста. Это у Киселева из-за Трампа миллион терзаний, а информационным бойцам Министерства обороны сомнения неведомы. Наслаждаемся. Трамп контролирует русофобию в США. Эксперт. Американский президент США Дональд Трамп сейчас поступает в угоду политической элите, формируя свою команду из русофобов. Те, кто затевают эту русофобию, этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Оказался наш отец не отцом, а сукою, сообщил в эфире телеканала «Звезда» академик военной академии наук. Ну, да нам ли привыкать? У нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. А если вы думаете, что хотя бы на родине мы в безопасности, трепещите. Пьяные дети-нацисты устроили вечеринку в песочнице в Краснодаре. Осталось только дождаться, чтобы телеканал «Звезда» стал по-настоящему популярным, чтобы люди узнали, где пропаганда «Чистяк» — высший сорт, без стирального порошка либерализации. Может, и этот материал кому-то поможет. Лечитесь, люди, там посыпают щедро. Кстати, это вы еще армейский КВН не видели, а он есть. Господа суворовцы! Подумать только, 50 лет прошло со времен училища. Помнится, тогда еще доллар был. Да, тогда еще доллар был.